coś, co się zaczyna juda machnatę. To utka nos. Utka sztur? Zwierz takie, utka nosem zawód. I jak że nam mimo niego prejki? Пропускать то у нас не собирается. Посмотри, как он зло смотрит, как будто мы ему денег должны. Он просто голодный. Сейчас мы его апельсинкой угостим, и он будет доволен. Дуй ему с маком, а не апельсинку. Толстый, не жадничай. У меня уже созрел план. Лезем наверх. По дороге хоть апельсину перекусить, что ли? Ням-ням-ням-ням-ням. Теперь закиньте меня еще выше. Ну вот, я же говорил, что его надо покормить, и все будет хорошо. Панды уже думали, что оторвались от папуасов, но неожиданно на них упала тень от преследователей. Погоня продолжалась. Пандам пришлось вновь убегать. Зловредный папуас опять стоит у нас на пути. Как же нам его обмануть? Незаметно пройти мимо, чтобы он не поднял тревогу. Ну, для начала нам надо свеситься и потянуть вон за тот рычаг. Кажется, он нас заметил. Да не, он просто не может понять, почему мы опустимся вниз. Давайте быстрее перепрыгиваем и грузимся в воздушный шар. Папуасам за нами не угнаться. Похоже, у нас перегруз. Похоже, кто-то сильно много ест. Но это точно не я. А как же нам здесь пройти? Не знаю. Папуасы нас скоро нагонят. А, я не хочу в суп попасть. Спокойно, мы выберемся. Мне тут по накидали, пройти не дают. Вот это поворот. Как ветка удачно обломилась. Пойдемте скорее. Опять этот любитель апельсинов. Мелкий. Дай команду своему Бобику, пусть папуаса за попу укусит. Бобик, взять папуаса. Надо его поднять. Удрал, только пятки засверкали. Теперь едем наверх, и там будет видно, что делать дальше. Что это лифт так шатает? Да это мелкий шалит. Ничего подобного. Бобик, молодец. Хорошая собачка. А это что за штурвал? Проход открылся. Вот мы и нашли выход.